Девочка в мордовском национальном костюме рядом с мальчиком в военной форме. Образ Саровского монастыря и ученых-ядерщиков. Такие варианты знаков, характеризующих самобытность Сарова, представили участники акции «Мой город. Здесь начинается Россия». На базе Дворца детского творчества прошел муниципальный этап акции в рамках проекта «Школа Росатома». Конкурс на лучший знак города впервые прошел в Сарове. Участниками стали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. От Сарова заявились 33 команды. Это самое большое количество среди всех городов-участников. Все из нас с вами практически родились в Сарове. И, конечно, это наша с вами колыбель. Это тот город, будущее которого определять будете именно вы. Уже буквально через 10-15 лет именно от вас будет зависеть, каким будет наш город. И то, что сегодня вы делаете первый вклад, первый шаг по этому направлению, это просто прекрасно. Какие образы нашего города олицетворяют Россию для подрастающего поколения саровчан? Об этом поразмышляли участники акции. Каждая команда создала свой уникальный эскиз знака, в котором соединились наиболее значимые и отличительные образы Сарова. Всего за 3 минуты ребятам предстояло объяснить свой эскиз и обосновать, почему этот знак можно установить как городской объект. На изображениях эскизов часто встречались образы медведя, оленя, бомбы, РДС-1, атома, колокольни и преподобного Серафима Саровского. На суд экспертной комиссии представили знаки и с совершенно неожиданными символами города. Были, конечно, очень оригинальные и свежие идеи, как то Саров Соловьиной столица России. Я впервые как-то вот эту вот идею увидела в таком представлении. Да, и то, что Саров – это центр детского пионерского движения, тоже такая идея звучала очень неожиданно, да, как идея, которая должна характеризовать особенность Сарова. Ребята рассказывали не просто о смысле образов своего знака, но и обращали внимание на цветовую символику. Некоторые команды подошли к представлению работы креативно и включили в свое выступление чтение стихотворения, мини-сценки или музыкальную композицию. По итогам муниципального этапа акции «Мой город. Здесь начинается Россия» победила команда школы номер 5. Кроме того, были отмечены еще несколько команд за лучшую идею, отличное обоснование и качественную прорисовку эскиза знака. Торжественная церемония вручения сертификатов и дипломов состоится после 20 декабря. Теперь работу команды 5-й школы оценит экспертная комиссия проекта «Школа Росатома», которая определит победителей по номинациям. Лидеры акции будут защищать честь своих городов на финале в Москве в конце декабря.